Жесткие сегодня. Так, а где Саша? Так, талант из Усман. Сейчас мы его на том. Он замерзнет уже. Подаем. Да, да, все. Спасибо. Кто выиграл? 12. Ну, Саша, а я Султан. 15-12. 15-12. Султан. Так, Султан. Султан и Сергей. Ой, у таланта супер подача. Игорь, на реванш согласен прям сейчас? На реванш? Было? А потом реванш сейчас будет. Начало неплохое, как бы предвещает успех. Да, да, однозначно. Перспективный молодой человек. Два? Два-три, ага. Темный лошадь, я пришел. У тебя все впереди. Должен как бы брать. Ай, хорошо. По четырем. 4-5 или 5-4? 4-5. 6-4. Талант ведет. Ай, это ветер. Ракета, пробирательная ракета. Семь-пять. Меняюсь. Судья тоже выиграл. Что, Борис Николаевич, решился все-таки? Давай. Никогда не решится. 600 рублей. Так, талант, какой там счет? 8-8. 8-8? Ага. Грабишься с реками. Да, вас ограбишь. 8-9. Талант идет. Это уже надо, это психотерапевт надо идти. Говорит, что это психотерапевт? Сделано в Беларуси. Маньяк ты все-таки. Я маньяк. Катушонку в мирное время покупать. Ты что, с ума сошел, что ли? Российский запас не всегда. Я тебя умоляю. Лучше свежую кожу. Ой-ой-ой-ой. 0,9. Ага. Но консервы. Зачем это? Ой, какой ты, ну что ты там? Ты еще крупу покупай. И соль со спичками. Вот, ну что за мания? Ты, проблема у него, тушенки купить. 5 банок. Ну куда они тебе 5 банок? Один дух, мой товарищ, ты только 20. Ну, так, 10-11. Ага. Ну хорошо. Усман. 1-1. Ураган, ураган, толку нет. Я просто старший младший уважаю. Ничего не знаем. Старшие, младшие. Андрей. Да ладно! Да ладно! Да ладно! Пали! Не попал, а? Ну не каждый розыгрыш такой бывает. 12-12. Я подам. Саша,
13-12. 13-12, да? Куда-то он далеко побежал. Вот мячик укатился. Покупка двух банок для меня является преступлением. Дайте отдохнуть. Братан, смотри, как Гельген Леонил поставил. Какой счет? 3-3. 13-13. Кульминация. Рано еще кульминация. Три победил Усман. Все, что опять 13. А Усман выиграл? Да. 15-13. 15-13. Смотри, молодцы.